Всем добрый день. Сегодня в рамках первенства Республики Татарстан по футболу среди 2013 года встречаются на поле ребята из команды «Строитель-2» и ребята из команды МФК «Елабуга». Игра проходит в городе Елабуга. Всем удачного просмотра и мальчишкам хорошей игры. Стартовый свисток раздался, игра началась. Thank you.
считали. Хотя на линии было. На линии, да, на линии. Счет по-прежнему 1-1. Строителя. Thank you.
Yeah.
Конец первого тайма, счет 2-1 в пользу команды «Строитель». Судья на поле. Свисток. Второй тайм начался. Напоминаю, что после первого тайма счет 2-1 в пользу команды «Строитель». Один в пользу команды «Строитель».
Мяч пролетел выше ворот. Thank you.
Давай, бей. Произошла смена вратарей на поле вместо Брагина. Алана вышла Юнусов Амир. Thank you.
и трехочковую. Поздравляем команду «Строитель» с победой. Следующая игра будет в воскресенье на стадионе «Строитель». Ребята будут встречать команды из города Чистополь.